Я уклонился, видели? В последний момент нажал на задний shift. В этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Всем приветики, омлетики. Сегодня мы записываем офигенную игру Granny Simulator. Я буду играть за ребенка, а Серега за злую бабку. А у тебя нет имени? Granny. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и угорать. Так, что мне надо сделать? Мне надо тебя убивать, а ты должен делать миссии всякие на этой карте. Ах ты говно. Мне нравится эта игрушка. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Прикольная игрушка. Я сейчас как цветы полью, я возьму тебе и под затыльник дам, внучок. Нет, 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 ребята, это не случится. Отвали, конченая бабка, голимая. Где перцовый баллончик? Я тебе в лицо. Слышишь, нельзя. Можно. Нормально, мне нравится. Так, берем еще раз. Так. О, может здесь что-то еще на этой этаже есть? Ах ты какашка. Прикольно, прикольненько. Ух ты. Вот это я тебе вырубил. У нас еще здесь куча предметов есть. Так, полетели дальше. Интересно, что ты за штуку я такую взял большую? О, мне надо таблетки выпить. Я ведь бабка. Ах ты. Хватит с меня всякое говно кидать, Дима. Слышь ты, малой. А чё я не могу пистолет взять? Ай! Ай-яй-яй! Ах ты тварь! Еще? Еще хочешь? Нет! Иди сюда! Я тебе сейчас под затыльник дам. Мазила. Забираем ключи, потому что этими ключами можно открыть всякие разные штуки, сундучки, и там еще лучше вещи. Кейс и CSGO, и вы посмотри, что за говно там выпасть. Нет. Да я же отпрыгнул, вы видели? Знать ну как тебе. Так-то? Слышь, отвали. Слышь, ты мелкий, иди сюда. А что ты меня хочешь ударить уже или что? Обнять тебе. Конечно, не, ударить. Нельзя, 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 нельзя. Я же добрый ребенок. Я же ребенок. О, блин, прикольно. Здесь столько куча всего на этой карте есть. Тут сказали, это, подписчики, ну, в Дискорде нашем, если вы хотите с нами общаться, заходите в наш Дискорд, ссылка в описании. Тут здесь тюрюкены и бомбы есть. И что, коктейли Молотова есть. Серега, где ты? Серега. Я таблетки жру. А я не вижу тебя. Ах ты тварь. Ах ты. Я ж сальтуху зарядил, Дим. Да это была метка, это я тебе говорю. Так целился долго. О, 10 ты, хп. Ты знаешь, сколько ты энергии тратишь, внучок? Ничего страшного. Главное, что у тебя жизни выношу потихоньку. Ключики. О. Вообще жир. Ребята, вот это я именно зашел. О, отлично. А ну, иди сюда. Конченая бабка. Ну, чувак. Убери эту хрень. 17 хп отнял, ребят. Ну, я думаю, это достойный был ударчик. О, это, мне кажется, еще даже будет ярче. Ты, блин. Ребят, это было очень круто. Крутая игрушка. Мне нравится. О, еще одна. Я нормально в тебя попал. Не, ну это ты, конечно, несерьезно. Вот это что было несерьезно вообще, Сережка. Да ну прекращай, ребенка избивать решил.
Я тебе перцовку еще раз залью, если ты подойдешь ко мне. Нет, я больше трогать тебя вообще не буду никогда. Ну ладно. Поверил, блин. Наивный ты человек. Вот так доверишься, и нож в спину тебе. У меня, кстати, из жопы торчит сюрикен, который ты мне кинул. Как ты это себе... Ну как, нормально, не больно, не? Ну знаешь, что-то спинка чешется. Как ничего, страшного, Сережка. А ты знаешь, если ты меня доведешь до какого-то состояния, я могу это как бешеный. Да? Слышь, прекращай ерундой заниматься. Не-не-не. А слышь? Лети. Нифига себе ты меня лупашишь, ребята. Это же несправедливо. Ты меня сейчас убьешь. Где таблетки? Опа, таблетки. Слышь, внук, ты куда? Ах ты, блин, говно. Мелкое. А что тебе не нравится? Ты посмотри, куда ты мне всади. Нормально? Вот так и с бабкой обращается, внук. Да нормально же все, Сережечка. Внучок, вот посмотри, до чего ты... Есть, я убил бабку. Ребята, второй раунд. Я бабка Гренни, а Серега за бешеного бабкиного внука играет. А я еще не нападаю. О, я тебя вижу. Ах ты! Ты фигня этот не занимайся особо. Так, цветы. Бабка. Отлично. Так, одно задание сделал. Взял внука шокером долбанул. Вот что за ненормальная бабка? Вот так. Я же бабка, ну, бабка псих. Гренни. Да, самая настоящая. Я тебе рассказывал, что такое безумие. Убить внука шокером. Да я случайно попал, ну что ты? Так, я тебя не вижу, я тебя так хочу лупануть с ноги. Я тебя лупану сейчас. А какой кнопка бить? Я просто удар кнопкой мыши, да? Да. Так. Да ты говно, я тебе гаечным хочу зарядить по лицу. Нельзя, я же бабка. Да. Ну а я внук, а внука нормально бишь. Да я случайно это сделал, ну не расстраивайся. Я сейчас гранату достану. Да? А у тебя нету гранаты, где ты ее возьмешь? А я найду. Ты так особо не разгоняйся. Ты что там замахиваешься на меня? Ты дурак, что? Сюда. Отвали! Все, шокер пропал, да? Ну и что? Я тебе сейчас как лупану этим гаечным плечом, бабу, бля. Я буду уклоняться. Уклоняйся, ты медленная, как черепаха. Не всегда. Все, ты будешь умирать сейчас. Да ты... Блин, это взял. Такой угар, это жесткий угар. Мне даже не бесконечные. Я верю, он по всей карте разбросанный. Ты думаешь, ты на меня охотишься, я на тебя охочусь. Где коктейль Молотова? Я сейчас коктейль Молотова найду. Не найдешь. Ты дурак? Я вижу, как ты там в окне замахиваешься на меня. Я боюсь выходить, отвали. Иди сюда. Отвали от меня, я с тобой не дружу. Ты очень злой какой-то внук. Говно. Серега, ну не умеешь кидать, ну не расстраивайся, все хорошо. Ладно, ключики соберу, сейчас другую вещь возьму. Где кто коктейль Молотова там был? Так, а у меня 3 из 6, все нормально. Горишь, тварь, почему? А ты не докинул на меня, он прям рядом упал, слышь. Тварь такая. А ты мне ничего не сделаешь. Я тебя пробил факелом. Теперь бегаю в спине с факелом, пробитый. Нормально, пойдет? Ой, ты его вытащил?
Пошел отсюда, щенок. Нифига себе ты там разбил. Да, ребята, вот так за бабку классно играть. Мне нравится. А, вон растения, идемте поливать их. Это у нас будет 4, 5 и где-то 6. Да что ж такое? Эй, я с лестницы упал, представляешь, скатился? Это не ты причастен к этому? На тебе. Как я в тебя не попал? Ты, я даже не понимаю, Серега, почему? Я тебе в морду зарядил. Ай, попал. На вот это тебе. Было больно. Отвали, я же добрый. Нифига. Отвали со своим факелом. Я уклонился, видели? В последний момент нажал на задний шифт. Серега, согласись, профессионально было. Профессионал. В доли секунды уклонился. Так прям факел реально думал попадет. Да, реально, я быстрее хожу. Ах ты тварь! Нифига себе, я дверь поломал. Здесь такие спецэффекты эпичные. Серега, мне так нравится. Надо фильмы снимать. Тогда офигенно сделано. Прям в морду зарядил тебя. Да-да-да, я потихонечку. Это за всех внуков. Выполняем задание потихонечку. Еще промахнулся? А, не, попал все-таки. Промахнулся. Я тебе в жопу попал. Не-не-не, возле меня пролетел рядышком, серьезно. Я влево-вправо нажимал. Мне все равно, что ты будешь мне делать, а я буду потихоньку поливать цветы. Так. Блин, у меня так и будет до конца раунда торчать это копье горящее? Ты мне его в руку, что ли, кинул, это копье? Тебе, да. Вот оно у меня в руке торчит, я его взял. Так, а ты где? Ты задолбал. А, мне надо теперь найти красную банку. Так, красная банка, значит, наверху я где-то их видел. Отлично, проходим. Серега, а ты где? Я тебя ищу. А я на втором этаже, поднимайся. Какашка. Ты сможешь. Опять шокером меня долбанешь. Не. Зачем я тебя шокером бить? Нифига себе он на радиус, блин, какой. Да, мне нравится. Я даже, в принципе, в тебя не целился, я просто нажал. Так, здесь нигде нету. Че, Галимый, ты меня хочешь ударить? Да. Может, нельзя меня бить? Я же добрая бабка. Косарый, вы такой же, как я. Ты в меня не сомневайся особо. Какой внук, такая бабка. Бабка, да, косожопая. Так, красная банка мне надо найти. Здесь нету. Че, Серега? Не убьешь меня? О, нашел что-то. Но это, походу, не то. Так будет с каждым. Задолбал. Мне лицо опрыскало этим говном. Ну ничего страшного. Может, ты мне не нравишься, как внук. Вот так бабка относится к своему внуку. Ну не расстраивайся, Серега. А должна накормить. Дать денег ему. Ах ты говно. Поваляйся. Я не могу найти банку красную. А ты ее фиг найдешь, потому что такое отношение к внуку делаешь. Я тебя буду бить. Шокером бьешь, перцовкой опрыскуешь. Это только начало, дальше будет хуже. Я по тебе не попал, а чего? Нет. Я через дверь начал тебя гасить, и через дверь, видимо, можно. Отвали. Только ты спешишь просто кидать, тут надо прям очень аккуратно. Вот, да, я эти вещи вижу. Ого-го, я чуть не обосрался. Так громко. А что такое кинул по мне мощное? Гранату. Нифига себе, у меня аж нога задерлась. Так.
Так если я в тебя еще таких две кину, то ты там это сдохнешь, кажется, или... Не, у меня 70-25 хп отнял. Ну ты нормально так жахнул. Че, внук не может дать отпора? А? Не, на самом деле не могу. Нема чем. Ну все потратил, потому что... Ну я молодец. А внук-то до сих пор это мочит бабку. Так, мне надо найти зеленую банку. А я знаю, где она. Она внизу там. Идемте. О, чё ты такое кинул мощно? Так жизни ножик. Много отнял? Ножик. Нифига себе, ножик отнял жизни. Торчит, он у тебя торчит, посмотри на пузо. Серега, может это последнее задание мое, я пройду? Не. Оно чё, бесконечное тут? Тварь. Если попадать бы ты мог был, у тебя бы цены б не было, Серега. Если б не лагало, вообще шикарно. Ну бывает в жизни огорчение. Я выиграл! Я выиграл! Ребята, если вам понравилась эта игра и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну а всем отличного настроения. Посмотрите мои ролики. Еще.